Я в моем мейлинге Петергофа, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, 1-24, 17 часов 50 минут, вот загружаю видео, в общем, дала анонс, что я, знаете, загружаю мое видео, и стало все мигать. Обратите внимание, компьютер мигает, видео сбросилось. Я вот дала такой анонс, ну что, правда, я загружаю мое видео на мою страницу. Вот, оно загружалось, вернее, потом поставила я загружать. И сбросилось это видео. Я в душе, в платье, в общем, сегодня. Сбросилось оно. А теперь тоже мигает. Вот видите, мигает. Не хотят, чтобы я ее загрузила. А так я кушаю. Кашка у меня, в общем, кашка. В общем, даже не знаю. Как говорится, вот ждала. Вроде как Ирфан сказал, что в воскресенье мне там нужно в ванной демонтировать вот эти штучки сверху. В общем, что-то я даже не поняла. Он даже и не позвонил, и не приехал. Я уж там почти приготовилась, но вы видите. В общем, как-то так приготовилась. Думала, он приедет, мне эти штучки снимет. В общем, как-то вот так вот. Он не позвонил. Он сегодня он звонил, я перезвонила, но он не взял трубку. Так что вот, да я даже не поняла. А так у меня каша. В общем, короче, овсянка сыр на завтрак. В общем, наверное, я ее буду есть вилкой. Даже не знаю, что вам сказать по поводу этикета. В общем, по эротическому этикету овсянку с сыр, наверное, едят вилкой. Вот так вот. В общем, так, а так у меня кофе. Короче говоря, кофе. Кофе, немножко коньяка я добавила, монточока, сливок, молока. Вот, так у меня еще что, сейчас вам скажу. Козинак Тимоша арахисовый. В общем, что, конфетка наслаждения, красный октябрь. Молоко ультрапастеризованное, вот. Так что сейчас буду кушать. Вот это все мигает. А вот что, имейте в виду, я ночью там вот... В общем, короче говоря, тоже видео встало, я там, думаю, прилягу, отдохну, потом встало, видео у меня здесь сбросилось, в общем, ладно, сбросилось, я стала, в общем, с Ютуба, думаю, что-нибудь интересненькое, загружу на мою страницу, так что имейте в виду, я там вот, сколько, 13-14 часов, в общем, ночью села, во сколько там, вот написала, что я в 2 часа, в общем, в 2 часа, вот с 2 там, наверное, с 2 там до 5 или до скольки, во сколько я легла спать, загружала с Ютуба эти видео, вот, так что вот, имейте в виду. Подписать я пока не подписала, понимаете, пока загружала, потом пошла спать. Сейчас вот встала, пока душ, встала, видите, сейчас уже почти 6 часов. Загружается, видите, один раз сбросила, сейчас опять загружаю, уже 3 видео я сняла. Тут даже не знаешь, то ли вам там подписывать вот это все, понимаете, там время там по несколько, вот это вот 2 часа тратить, вот это вот видео подписать, или вот эти видео загрузить. В общем, конечно, нужно подписать, но имейте в виду, что все эти видео с Ютуба я нашла, я загрузила на мою страницу. Вот там фильмы. В общем, которые я особенно, знаете, этот фильм, там еще много интересных фильмов, видео есть, как бы, которые я смотрела, я годы на это потратила, на просмотр, знаете, разных, в общем, очень интересных там, по позитивному мышлению разные видео, в общем, различные тематики, вот, фильмы интересные, вот, так что вот, как там, как сказать, да, Мессинг вообще интереснейший. Прочитала я тогда в книжке про Мессинга, потом смотрю, фильм вышел. Конечно. В общем, короче говоря, сейчас я вам покажу бумажку. Ну, вы там спросите, узнаете в этом банке, узнаете у нотариуса, что они мне там дали. Короче, сейчас я покажу, это была у меня бумажка эта. Короче, получила я денежки. Короче говоря, свидетельство о праве на наследство по закону. В общем, выдали мне 2 такие бумажки. Две. В одном банке и в другом. В общем, Остапенко Лена Константиновна выдала мне. Вот, это на что? Это что? В Балтийском банке, да. В общем, в Балтийском банке по свидетельству о праве на наследство и в Сбербанке она мне выдала. Вот.
В общем, короче, вот обратите внимание, этот документ, как вам тут показать, как он будет хорошо виден. В общем, свидетельство о праве на наследство по закону. В общем, вот так. Она мне выдала Остапенко Лена Константиновна. Я вам потом скажу, она где-то там, на Ташковской, вот мы с Василием вместе, Валерьяновичем ездили. Вот, по наследственному делу, номер 22, 2016 года. Какое тут число стоит? 23 мая 2018 года, вот имейте в виду. Я уж только вчера, честно говоря, сама поняла. В общем, ну вы там посмотрите видео по этому, по поводу миссинга. В общем, по этому документу я получила деньги. Я получила по этому документу, который выдали, я получила в Батыйском банке деньги. Там еще женщина все возмущалась, чтобы я ее не снимала на видео. Она, кстати, у меня еще в этом телефоне записана. Она говорит, снимать нельзя, ничего нельзя. Короче, документ. Там вот такой вот был документ, понимаете, вот. Вот такой вот был документ. Но деньги я эти заработала. Это мои деньги, я получила свои деньги, я их трачу. Я эти деньги положила на мою карточку, это мои деньги. Вот, но я так понимаю, что, в общем, ну они знают, понимаете, вот, послали меня, вот вы видите, да? Но я только вчера догадалась, а потом думаю, что вот это вот все такое. Ну, в общем, вот так вот называется, догадайся сама, так это мои деньги. Я эти деньги заработала, так что вы имейте там в виду, ну вы спросите, понимаете, они знают. Они, наверное, молчат, знают, хотят, что это как бы они там вот это вот, да? Так я вам покажу, у меня тут документов-то много, документов разных много. Они что думают, что, в общем, это, у меня уже их сперли, понимаете? Они вот думают, что они сперли, понимаете? Вот, думают, что сперли. Так, это на что у меня? Вот на комендантский. Могу вам показать документ на комендантский. Вот. Свидетельство о праве наследства по закону, вот по завещанию, вот смотрите, вот документы, вот они у меня в наличии, вот документы. Так что вот, и на комендантский на 1/2 я уже оформила, я получила собственность по этому документу, вот напишу я вам. Также в городе Ломоносове на Победы 6 подала документы. Вот, по этому официальному документу 1/2 уже была моя квартира на комендантском 32192. Я оформила я собственность, когда мне уже больше, еще в конце мая, в начале июня уже оформили. Так что вот. И другие документы у меня там есть. Вон там лежат. Зафотографирую я вам. Это они такие интересные. А понимаете, уже... А, да. Еще те завещания, по которым я это оформляла, у меня есть нотариально заверенные копии этих завещаний, потому что там, ну, ИО за Остапенко, она взяла у меня все эти документы, взяла, говорит, это как бы у них там в наследственном деле будет в архиве, где-то куда они там сдают. Вот, а так у меня есть вот эти завещания, нотариально заверенные копии, так что вот, вот такие вот дела. Так что вот, овсянка, сэр. Потому что, знаете, сама загружаю, сама снимаю, сама вот это отдохнуть надо. В общем, короче говоря, как-то вот так вот все это. Вы меня смотрите по моей странице Фейсбука. Вот. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Это я. Вот. Ну, еще что я вам хотела сказать. По поводу, тоже он там прокуратуру или что там было. Вот сестра редко ездила. Он говорит, приезжайте, короче. В ваших интересах приезжайте. Вы написали вот такой вот талмудик. В общем, короче, жалуетесь. В полицию написала. Приезжайте. Что вещи у меня сейчас сожгли в Белоострове, короче. Вот это дело.